Безопасно ли брать книги в библиотеке? По данным Роспотребнадзора, коронавирус живет на бумаге 4-5 дней. В период пандемии процесс работы с книгами и прием посетителей пришлось корректировать, рассказывают сотрудники библиотеки. Во-первых, соблюдаются традиционные меры безопасности. Термометрия на входе, масочный режим, регулярная дезинфекция помещений. Во-вторых, книги, которые возвращают читатели, проходят своеобразный карантин. Мы сейчас не выдаем газеты. А это связано с тем, что мы каждое издание, которое приносят наши читатели, мы складываем так специальное помещение, то есть на 5 дней вышли специальные рекомендации по как раз обеззараживанию книг издательской продукции. То есть на 5 дней они у нас сразу принимаются от читателя в коробке, хранятся в специальном помещении. После этого только эти книги распечатываются после 5 дней и расставляются в фонды. Наши читатели, к сожалению, большому не могут подойти сейчас к стеллажам. Максимально мы выдаем читателям на дом. В конце прошлого года в областной научной библиотеке появилась вот такая электронная станция возврата книг. С ее помощью можно сдавать прочитанное круглосуточно. Попадают в эту зону, когда сама библиотека закрыта, с помощью нового читательского билета. Он работает как электронный пропуск. Тем, кто давно не был в библиотеке, нужно получить такой вместо старого. В библиотеке уверяют, что разобраться в работе станции смогут даже те, кто с техникой на «вы». Сделано все максимально упрощенно, нажатием буквально 2-3 кнопок. Выполняется в данном случае операция сдачи литературы. Мы увидели, что это удобно именно в сложившейся ситуации, потому что читатель могут минимизировать свое время пребывания в библиотеке, контакт с другими читателями, воспользовавшись, опять же, этой станцией. На каждой книге есть специальная метка, а у читательского билета свой код. Система распознает их и фиксирует в базе, какую книгу сдал конкретный читатель. Читатель, все, что ему нужно сделать, это предъявить свой читательский билет. Система его сразу распознает, пишет, кто он, и предлагает на данный момент сделать, несколько функций может использовать. Это, самое главное, для чего он пришел сюда, сдать книгу. Все, он нажимает просто кнопку «Сдать книгу», открывается приемный лоток, он помещает туда книгу, говорит «Сдать». При желании читатель может распечатать на станции бумажный чек, подтверждение, что он книги сдал. Кстати, с помощью станции можно узнать, какие книги за тобой числятся, и даже их продлить. Такое электронное чудо – новое слово в работе библиотеки. Рассчитано в том числе и на застенчивых читателей, которые не очень любят общаться. Планируется, что в скором времени книги можно будет не только сдавать, но и получать без библиотекаря. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.